О, добрый день. А может быть и вечер. Я заблудился в глубине веков. Не разберу. Один! Один! Ноль, ноль! Один! Один, один! Один! Мы, поклонники Юлия Батонова, верим только в одну магию. Магию искусства. Екатеринбург! Корова. Так. Выглядит неопределенного пола. Угу. Потому что у нас гендерное равноправие. А у нас в гостях политический обозреватель, человек, разбирающийся в повестке сегодняшнего дня, певец, композитор, красивый человек. Общественный деятель. Извините, общественный деятель Юлий Батонов. Ребята, я чувствую на письме. Что вы будете на современной ситуации? Ну, как вам сказать, ну... Я жду войны. Ядерной, всеуничтожающей, очищающей планету от скверны. Юлий, как же вы сможете гастролировать после ядерной войны? После ядерной войны, друг мой, не для кого будет гастролировать. Свобода самовыражения всегда превыше всего. По скользкому валу хуёво ездить кистью, когда накладываешь корпс-пейнт перед концертом. Спасибо за ваше творчество, Юлий. Здоровья. Но вы, правда, заебали очень сильно. Я слышал, что Юлий Батонов никогда не дает автографов. Почему так происходит? Скажите, пожалуйста. Приходится мыть рот с помощью жидкого мыла. От всей этой грязи. Мы голосуем за корову.